И всем привет, с вами Зуру, и это Playmobil Series 6 Recruitages 5 here and more, and number set 5458. И мы откроем предпоследний пакетик. Вот, насколько я помню, здесь находится такой дядька восточный, вот с восточной темы. Так что сейчас откроем и посмотрим, правильно ли я отгадал или нет. Так, сейчас вытащу. Очуметь. Ты что, это приклеивать надо? Так, значит, сейчас мы высадим. Получается, я отгадал. Вау, вообще интересная тема. Так, значит, пакетик посажу красиво было. Дальше раскрою. Естественно, здесь ничего не написано про это. Сейчас посмотрим. Ну, кто что писать будет? Сами догадывайтесь, как хотите, так приклеивайте или еще. Так, ну все, упало, ладно. Давай. Ну, ё-моё. Короче, вот так вот лежит. Значит, давайте соберем. Значит, вот ноги у него вот такие. Здесь вот золотые такие у него ботиночки. И здесь написано 2012 год. Наконец-то написали год, а то на прошлых человечках не было написано год. 2012 год, интересно. Вот. Не знаю, почему решили так сделать. Значит, это новые человечки уже. Там было по-другому. Дальше туловище у него. Так, стоять, что-то в туловище застряло. А что мне? Сейчас мы ножницами аккуратненько вытащим. О, да. Значит, вот такое вот туловище. Дальше, значит, надо нам. Подождите-ка, где он находится вообще? Так, ага, вот он. Значит, теперь надо руки вставить. Руки у него простенькие, вот. Значит, так, это левое, это правое. Так, вставляем. Больше ничего не надо, нет, не надо. Так, хлобысь, вставили, да? Вставили. Теперь мы в руки ставим его эти такие, как бы, украшения. Вот. Значит, щелк сюда. Сейчас сюда еще вставим, в эту руку. Так, щелк. Так, сейчас посмотрим, как красиво будет. Так, вот так, теперь у нас что? У нас вообще здесь полный пипец. Теперь, значит, на шее. Но сначала, значит, вот его еще такого вот украшенницы. Так. Теперь вот голова. Значит, вот такая у него голова. Что-то какая-то у него улыбка не подозрительная. Так, вставили. Теперь что ему здесь надо? Так, теперь волосы. Значит, черные волосы. Вот. Легко вставится. Отлично, легко, супер. Так, теперь его шапочка. Вот. Значит, сейчас ставим вот такой, как бы, верх такой, блин, упало. Так, ставили. И получается, это приклеивать надо, блин. Вот бы это настоящее было. Так, как его вытащить? Ага, все продумано. Так, получается, приклеить. Ё-моё, придумать человечки. А, ну уже что ли надо стоять? Ну уже? Ага, здесь стоять. Ну, будем считать, что я его приклею. Вот такой вот камешек. Вообще интересная тема. И ему еще в руку сейчас ставим такой вот меч. Золотой. Золотой меч. Так. Ставили. И вот здесь вообще целый шедевр. Можно сказать. Это просто очумечельский человечек. Вот. И еще экстраписец. Но я уже никуда это не ставлю. Так, положу в сторону. Значит, голова артикулируется 180 градусов. Дальше. Рука 360 градусов. Кисть тоже 360 градусов. Да, 360. И нога 90 градусов. Вот такой классный человечек. Напишите в комментариях ваше мнение, как вам этот человечек. Понравился вам сам человечек, понравился, что, ну, всякие запчасти. И понравилось ли вам то, что еще вот такой камешек надо приклеить, и как бы сам камешек. В
Короче, напишите вообще, вам человечек понравился или нет. Мне он очень, так что это вообще суперский человечек. Советую, кто покупает Playmobil, советую найти его. И всем пока, ставьте пальцы, комментируйте, подписывайтесь. И на это все. Всем пока, и с вами был Зоро.